Меня зовут Ксения. Я являюсь менеджером по продаже автомобилей BMW в салоне официального дилерского центра BMW «Русмоторс». Сегодня мы хотим познакомить вас с обновленным BMW 5 серии в рамках проекта «Лига лидеров BMW». Это видеопрезентация от лица клиентов. Данный формат призван познакомить вас с обновленным автомобилем с точки зрения его будущего владельца. Но пока не будем раскрывать всех секретов. А я приглашаю вас провести один день с нашим новым автомобилем. И мы направляемся к нашему герою. Поехали! Добрый день. Добрый день. Рада вас видеть. Я также, спасибо. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям немножко о себе. Поделитесь вашей историей успеха. Главное, что эта история в конце концов привела меня к тому, что я имею возможность заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Мы пару лет назад открыли в Калининграде салон, в котором помогаем нашим клиентам конструировать одежду премиального качества. Как правило, это деловые событийные костюмы для мужчин, для женщин, сорочки, пальто. Вы всегда выглядите очень стильно. Я буду рекомендовать. Спасибо, мне очень приятно. Помните свои первые ощущения, когда вы выбирали ваш первый BMW? Почему вы остановились именно на нем? Первой иномаркой в моей жизни была как раз пятерка BMW. Это было в 93-м году, 520i BMW, тоже темно-синего цвета, кстати. С тех пор это, наверное, моя любимая модель, моя любимая марка и мой любимый цвет. Вы владели BMW 5 серии в кузове G30, и сейчас вы заказали рестайлинговую версию. Да. Предлагаю обратить внимание на обновленный BMW 5 серии и основные изменения в его экстерьере. С удовольствием. Ну, конечно же, в первую очередь обращает на себя внимание это передняя часть автомобиля, это фары и решетка. В принципе, мне очень нравились фары в предыдущей модели, но в этой модели мало того, что они гораздо еще более инновационные, как я читал у вас на сайте, ну, поэтому мне не терпится их увидеть в действии. Ну и, конечно, выглядят они стали еще более интереснее, на мой взгляд, еще более изящнее, может быть. Что вы скажете о решетке радиатора? Как вам ее новый облик? Видно, что эта решетка, ну, очень продуманная, такая современная, эргономичная. И я вижу, что она активная, в ней есть шторки, которые, видимо, зависят от режимов, открываются, закрываются. Здесь, конечно, в первую очередь на себя обращают внимание объемные задние фонари. Да, они очень гармонично здесь выглядят, на самом деле, действительно. Вызывают уважение у автомобилей, которые следуют за этим. Основное здесь, то, что притягивает взгляд, это, конечно, новый дисплей, который, ну, ощутимо больше стал, по крайней мере, визуально, у меня такое впечатление создается. Да, вы говорите про BMW Life Cockpit Professional. Очень интересно выглядит, эффектно, современно, круто. А что касается отделки органов управления, вот мы здесь заметили гальваническое напыление кнопок, бывает также керамическая отделка органов управления, рычаг переключения передач, кнопки управления климат-контролем. Для вас это важно? Например, дерево, кожа? Дерево мне тоже очень нравится, именно вот эта вот матовость, потому что все-таки она больше похожа на указывает на натуральность этих материалов. Какое ваше первое ощущение от автомобиль? Конечно же, тот автомобиль, который уже несколько лет держит меня в состоянии эффекта вау, как я говорил. Дмитрий, я благодарю вас за то, что уделили нам время. Я желаю вам хорошего дня и истинного удовольствия от владения вашим BMW. Вам тоже желаю хорошего дня и очень жду своего автомобиля. Благодарю вас за то, что посмотрели нашу видеопрезентацию. Приглашаем вас лично оценить достоинства и динамику нового BMW 5 серии на тест-драйве. Ждем вас в салоне официального дилера BMW «Русмотор». До скорых встреч!